Десятилетия наши отцы и деды создавали энергетическую мощь великой страны. Мы каждый день пользуемся десятками энергопотребляющих приборов. Что останется после нас? Нашим детям и внукам. Сегодня, выключая неиспользуемый прибор, вкручивая энергосберегающую лампу, экономя электричество, мы создаем запас энергии на будущее. Великое будущее нашей страны. Ролик подготовлен по заказу ГАУ Республики Башкортостан, Республиканский научный центр энергосбережения и энергоэффективных технологий.